усилить удар сверху слева, чтобы он был вот таким, как я часто видел, кто обладает очень сильным ударом слева с лету. У него ракетка начинает отсюда, а не так сверху бьет. Ну, голова ракетки снизу вот так, вот таким движением. Задача усилить вот так. Вот так резко. Можно так тренировать обычным мячом. Но я случайно нашел в ветеринарном магазине вот такие мячи. Этим не очень получается. А вот такими, они тяжеленькие, резиновые. Для собаки, видимо. Здесь на стенке два мяча. Берем такой мяч и им отрабатываем это упражнение. Этим мячом, если мы не разгоним ракетку, мы просто под стенку не ударим. Если ракетка отсюда не пойдет, не знаю, как это движение, то мы не сможем его вообще, такой тяжелый мяч во втором. Понятно, после этого мяча уже обычным или там полулегкий, это здесь на стенке полная корзина мячей, которые, ну, для детей хорошо, но они полустертые, поэтому